В этот день мы вспоминаем детей, маленьких ангелов, у которых жизнь, самое дорогое, что, наверное, есть, оборвалась из-за военных действий в Донбассе. Для будущего России очень важно, чтобы мы вот эти все уроки, трагические уроки и исторические события помнили, потому что история России – это в первую очередь история героев и патриотов.